США скончался последний король восточноафриканской Руанды Кигели V. Король ушел из жизни на 81-м году жизни. Кигели, рожденный под именем Жан-Батист Ндахиндурва, взошел на престол Руанды в 59-м после смерти своего старшего брата Мутары III. В 60-м после столкновений с бельгийской колониальной администрацией он покинул страну. Через год монархия в стране была упразднена. Прожив около 20 лет в разных африканских странах, в 92-м Кигели V поселился в тихом пригороде Вашингтона. В США он организовал благотворительный фонд для помощи руандийским беженцам. Бывший король Руанды жил в льготном жилье в штате Виргиния. На протяжении своей жизни он не раз заявлял, что готов вернуться на родину, но только в качестве монарха.